Друзья, всем привет! Вы на семейном канале, и у нас продолжаются праздничные выпуски. Сегодня я вам расскажу про один небольшой лайфхак. Мы для себя в свое время открыли, что нет ничего лучше, чем старые игрушки и книжки. У нас есть такая книжка Самуила Яковлевича Маршака, по которой еще училась в свое время мама. Книжка времен года. Таких книжек сейчас практически нет. Смотрите, здесь есть календарь со стихотворениями. И месяца можно двигать, начиная с декабря и заканчивая ноябрем. Вот. И у нас ребенку очень нравится эта книжка. Мы рассказываем стихотворение и выставляем каждый месяц. Генечка, давай мы с тобой попробуем рассказать времена года вместе. Давай. Давай. У нас есть всякие волшебные календари, а есть вот такая вот волшебная книжка. Мам, поехали. У меня тогда есть книжка. Открываем январь. Мам, ставим январь. Книга. Поехали. Открываем календарь. Давай громко, День. В январе, в январе. Это значит много снега на дворе. Снег на крыше, на крылечке. Солнце в небе голубом идет. Это солнце в небе голубом значит. В нашем доме топит. В небо дым идет. Стал бог. Так, какой у нас месяц после января идет? Февраль. Давай, переворачивай на февраль, а ты двигай диск на февраль. Февраль. Да, вот такой волшебный календарь времен года. Пиль, мама, февраль. Дуют ветры в феврале. Дальше ты продолжаешь? Это громко. Да, это воет труба громко, значит. Змей кичится по земле. Легкая поемка, мама. Легкая поземка, да. Поднимаясь, мчаться вдаль. Самолет и ей, мама, да. Самолет у звенья. Это празднует февраль. Армии рождения. Май. Следующий месяц март. Друзья, вы не поверите, старые советские книги очень помогают в обучении детишек. Ну что, март сам расскажешь, может быть? Рыхлый снег темнеет в марте. Давай дальше громко. Пойди-ка, мама, на окне, мама. Зайчик бегает по парте. По карте по стене, мама. И по карте по стене. Давай, выставляй следующий месяц, у нас апрель. Ставь апрель. Апрель, друзья, вот мы поставили апрель. Так. Ну что, апрель? Мам, апрель. Апрель. Апрель, апрель. Громко. Правильно. По полям бегут ручьи. На дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи. После зимней стужи. Пробирается медведь. Сквозь что пробирается, ты помнишь? Шахи. Сквозь лесной вальежник. Стали птицы песни петь. Я цвел подснежник. И расцвел подснежник. Мам, я цвел подснежник. Давай теперь май ставим. Май ставим. Давай, выставляй май. Май. Переборщил. Май. Друзья, всего смотрите. Всего три буквы. Всего три буквы у нас месяц май. Распустился ландыш в мае. Самый праздник, первый день. Май цветами. Первый день. Май цветами провожая. Запускается сирень, мам, запускается. Это значит распускается сирень, друзья. Я уточняю. Ну что, следующий месяц у нас какой после мая, Дениска? Какой у нас месяц? Июнь, ставим мам. Июнь. Июнь, мам. Июнь. У мам. Мамы июнь, день рождения. У тебя все раз. Июнь, мам. Правильно. Давай, про июнь стихотворение. Пришел июнь, июнь, июнь. Что там происходит? В саду? Щебечут птицы. На одуванчик только дунь. Громко. И весь он разлетится. А после июня у нас идет июль. Сенокос идет в июль. Поставь июль. Просто я уже поставил. Ставь июль. Июль, апрель, июль. Не апрель, июль, конечно. Апрель, май, июнь, июль. Давай. Сенокос идет в июле. Где-то гром ворчит порой. Как ворчит порой. И готов покинуть улей. Но тут и июль.
водой пчелиный рой, все правильно. Я не забыл ставить август. Да, конечно, ставь. Какой месяц после июля? А, август. Ставим август, давай. Нет, это ты в обратную сторону. Май, июнь. Где у нас август? Давайте я помогу чуть-чуть. Вот он. Да. Так, давай ты начинаешь первую строчку. Давай, с чего начинается первая строчка? Август. Хорошо, там заголовок август. Собираем в августе. У я зальпаду. Много людям радости. Приседу. После всех трудов я перевожу. Солнце над просторными нивами стоит, правильно? И да. Подсолнух зерными. Зерными набит. Черными набит, правильно. Дальше сентябрь. Кто у нас в сентябре родился? Диня сам! Диня сам родился в сентябре. Вот он. Ставь месяц сентябрь на календарике. Давай, ставь сентябрь. Сентябрь. Молодец. Поставил? Давай, начинает Павел, как обычно. Ясным утром сентября хлеб молотит сёла. Хлеб молотит сёла. Мчатся мчатся птицы за моря. И открылась школа. И открылась школа. А дальше идет октябрь. Поставьте октябрь, конечно. Давай. В октябре. Сейчас садочек на. На дворе, на лугах мертва. Трава. Замолчал. Кузнеч. Заготовлены дрова. На зиму для печек. Все верно. Дальше у нас идет. Ноябрь у нас идет. Давай, у нас, правда, старая книжка, поэтому праздник другой. Праздник у нас другой. Не обращайте внимания. День 7 ноября. Календаря. Погляди в свое окно. Все на улице. Красно. Бьются флаги у ворот. Пламя. Пламенем пылает. Видишь, музыка идет. Где день идет музыка? Там, где шли трамваи. Весь народ и млад, и стар. Пали на свободу, а дальше на декабрь. Подожди, летит мой красный шар. Пали к небосводу. Прямо к небосводу, да. И дальше у нас декабрь. Ставь декабрь и рассказывай стихотворение про декабрь. И какие буквы? Ну там Д, Е, К, А, Б, Р. Мягкий знак. Поехали. В декабре. Все деревья. В серебре. Нашу речку словно в сказке. Это значит, за ночь вымостил мороз. Обновил коньки, салазки. Ёлку из лесу привёз. Ёлка плакала сначала. От чего плакала? От того, что тепла. Утром плакать перестала. Задышала, ожила. Чуть дрожат её иголки. На ветвях они зажглись. Как по лесенке, по ёлке. На ветвях они зажглись. Что там сбегает ввысь? Огоньки избегают ввысь день. Огоньки избегают. Да, блещут золотом хлопушки. Зажег. Дребезжавший до верхушки. Огонек. А теперь, друзья, мы подведем небольшой итог. Это как предновогоднее небольшое поздравление. Год прошел как день вчерашний. Дальше что? Над Москвой в этот час. Бьют часы. Правильно, друзья. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Наш уютный семейный канал желает вам счастья. Динечка, пожелай счастья всем нашим подписчикам и зрителям. Скажи, я всех вас поздравляю. Ну а вы ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. А мы будем дальше придумывать для вас всякие полезные развивающие ролики. И не забывайте, старые советские книжки и игрушки очень полезны для развития детей. Как видите, мы прекрасно учим стихи вот по книжкам Маршака, например. И еще и к тому же это календарь года. Денечка, машем ручкой и прощаемся. Пока-пока. Всех еще раз с наступающим Новым годом.
И поцелуй, конечно. Мам.